Сотрудники управления криминальной полиции объезжают дачи Петропавловска. Оперативники рассказывают горожанам о цифровой гигиене и о том, что нельзя делать, чтобы не стать жертвой злоумышленников из сети. Подробности в сюжете пресс-службы департамента полиции. Встречи с трудовыми коллективами, беседы с пенсионерами, ежедневное распространение мультимедийного контента посредством мессенджеров. Полицейскими каждый день проводится напряженная работа по профилактике интернет-мошенничества. Людей информируют о самых распространенных схемах, применяемых сетевыми аферистами в отношении жителей области. Оперативники пошагово рассказывают гражданам о том, как именно действовать при вынужденном контакте с интернет-мошенниками. Однако достигнуть действительных результатов пока не удается. Факты интернет-мошенничеств с различными суммами ущерба регистрируются в полиции едва ли не через день. Вообще, вы слышали про интернет-мошенничество? Да, слышал. А вообще встречались с кем? Вам хоть раз звонили по телефону? Нет. Вам ни разу не звонили? Нет, у меня нету счета в банке, у меня телефон простенький, мне никто не звонил, нет. А вот так вот по телевизору, так, ну, как это, с людьми общался, да, слыхал, что такая ситуация бывает, что... Оперативники управления криминальной полиции областного департамента полиции накануне совершили объезд городских дачных обществ. Полицейские расклеивали плакаты, раздавали памятки, делились контактами и вели беседы с дачниками о том, как не стать жертвой злоумышленника из сети. Примечательно, что многие пенсионеры наслышаны о возросшей активности интернет-мошенничеств и сами делятся случаями, когда жертвами аферистов становились их близкие. В один раз меня надули, правда, но по телефону. Это дети у меня сдают квартиры, вот. Ну и это звонили, что якобы налоговая, там была квартира срочно нужна. Но... А вообще знаете, да, как в таких ситуациях поступать, ну, чтобы не стать жертвой мошенника? Ну, во-первых, ничего не делать. Ну, самое главное, ничего не говорить. Не да, завершить данные. Не данные свои ничего не давать. Люди в погонах еще раз провели серию индивидуальных бесед, напомнив дачникам алгоритм действий при звонках от неизвестных, сообщающих о подозрительных транзакциях и настаивающих на получении кредита и переводах денег. Сотрудниками криминальной полиции продолжается проведение информационно-разъяснительных мероприятий о новых способах обмана в сети интернет. Сегодня осуществлена раздача памяток на дачных обществах областного центра и проведены информационные беседы с лицами пенсионного и предпенсионного возраста. Всего с начала текущего года на территории области зарегистрировано 440 фактов интернет-мошенничества. Недавно преступники начали применять сценарий с использованием приложений удаленного доступа к устройствам под различными предлогами. Вынуждают потенциальных жертв скачать на свой смартфон бесплатные программы, благодаря которым они получают полный доступ к личным данным, паролям, номерам карт, счетам и другому. Чаще всего это программы RazDask, AnyDask, TeamViewer и другие. Полицейские просят граждан не при каких обстоятельствах не скачивать по указанию незнакомых лиц какое-либо программное обеспечение, а при звонках от людей, представляющихся работников банков или правоохранительных органов, незамедлительно позвонить в колл-центр своего банка и на номер 102. Олег Косинов при содействии пресс-службы департамента полиции.